Один из самых ожидаемых судебных процессов этого года начинается в Костанае. Суде предстоит поставить точку в деле о похищении и убийстве 7-летней Виктории Ганя, которую весной искала едва ли не вся страна. На данный момент подозреваемый дал признательные показания, дело передано в суд. Дата слушания пока не назначена, процесс объявлен закрытым. В суде обнародовали лишь инкриминируемые 31-летнему костанайцу преступления. По материалам уголовного дела в период с 2011 по 2014 года он совершил 5 краж, 2 изнасилования в отношении несовершеннолетних лиц, похищение несовершеннолетней и также 4 убийства. Напомню, Виктория Ганя пропала в Рудном весной этого года. На протяжении месяца продолжалась поисковая операция. В ней принимали участие полиция, военные и тысячи волонтеров. А за информацию о местонахождении Виктории была объявлена награда – 1 000 000 тенге. В итоге тело девочки было обнаружено на заброшенной стройке. Долгое время усилия полиции ни к чему не приводили, а обвиняемый был задержан совсем за другое преступление и в убийствах начал признаваться уже в СИЗО.